Демонтаж кузова, эвакуация и помощь пострадавшим, ликвидация возгорания. Посоревноваться в навыках аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях приехало 8 команд из разных регионов Сибири. Все команды, которые представляют сегодня Сибирский федеральный округ, это те команды, которые стали лучшими по данным видам соревнований в своих регионах. Поэтому мы всех участников соревнований рады приветствовать на территории Алтайского края. И уверен, что соревнования, которые пройдут сегодня, это будут соревнования очень достойного качества. Навыки нужно продемонстрировать максимально быстро и желательно без ошибок. Я считаю, что мы выступили достойно, хорошо, готовились, старались. Были нюансы, но мы, я думаю, с ними справились. Здесь представители как бы Сибири, так скажем, и у них подготовка достаточно на высоком уровне. Здесь уже, чтобы выиграть, нужно побороться, так скажем. По словам участников томской команды, соревноваться в гостях сложно. Инструменты, сами тренажеры в виде авто отличаются от тех, на которых привыкли тренироваться. Однако и спасателям из Алтайского края, несмотря на домашнее поле, пришлось нелегко. На этот раз они замыкают восьмерку. Последними выступать тоже не очень как бы хорошо. Смотришь на команды, где-то видишь лучше, какие-то элементы делают, где-то хуже. И уже в голове начинаешь, а может быть так бы я сделал, может быть так. И поэтому желательно лучше вот не смотреть, уйти, а сидеться. И вот как настрой был, как тренировались, молча выйти и пробежать. Три команды с лучшими результатами продолжат соревноваться, отрабатывая навыки на настоящих автомобилях. Победители представят Сибирь на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком.